Депутатов Государственной Думы возмутило новое постановление о домашних животных, которое придумали в Кировской области. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов потребовал от властей отменить квоты на кошек и собак, так как это, по его мнению, противоречит федеральному законодательству. Напомню, 5 февраля документ о питомцах подписал председатель правительства региона Александр Чурин. В постановлении установлены нормативы предельного количества домашних животных. Если коротко, чем меньше у вас квадратных метров, тем меньше шансов завести кошек и собак. Хотя в федеральном законодательстве говорится, что человек имеет право заводить столько же животных, сколько считает нужным. К тому же у региональных властей нет полномочий устанавливать дополнительные требования, рассказал Бурматов. Ранее об этом говорили и зоозащитники. Закон говорит о том, что неважно, сколько у вас животных, если они содержатся правильно, если не нарушаются санитарные и ветеринарные нормы, то содержите их, пожалуйста, сколько угодно. А так можно и двух животных содержать в таких плохих условиях, что здесь не влияет площадь квартиры, в которой вы содержите.